кого-то надо выводить на бросок, и это был Хафизулин. И бросок прошел. Щитком парирует шайбу голкипер ЦСКА Сорокин. Снова через Хафизулина. Под него успевает выкатиться Калинин. Так что Хафизулину был не до броска. Гусев. Замах, бросок, гол. Вот без всякой зауби в данном случае. Никого не искал. Ничего не показывал и никого не обманывал. Просто замахнулся и бросил. Просто. Просто потому, что это Гусев. Восьмая заброшенная шайба Никиты Гусева. И он тоже долго искал и выбирал различные варианты Никита Гусев для развития этой атаки. СКА в большинстве. В конечном итоге, сближаясь с воротами, принял решение бросать самому. Говорили мы о том, что это один из самых бросающих игроков СКА. И в регулярном чемпионате, и в плей-офф тоже. И бросок получился вроде как без рикошета, но точно в дальний угол над щитком Сорокина. Бросок, каким он должен быть в этой ситуации? Вот прямо исполнено Гусевым так, как в этой ситуации можно забросить.